провожает меня блистовой. Чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной. August 24, 1941 по радио на всю страну зазвучал голос великого еврейского актера Соломона Михоэлса. «Братья евреи всего мира». Это обращение ошеломляло. Эти слова могли прозвучать по советскому радио только теперь, после начала войны. Ситуации страшной, критической. Только в этой ситуации партийная власть могла разрешить провести в Москве в парке культуры еврейский митинг и вдобавок транслировать его по радио на Советский Союз и за рубеж. Этот митинг собрал тысячи участников. Вслед за Михоэлсом выступали другие представители еврейской интеллигенции, деятели культуры. Степень их лояльности сталинскому режиму была разной, и степень их включенности в еврейскую культуру тоже была разной. Выступавший на митинге Илья Эренбург был в сущности советским писателем и вообще советским человеком. В данном случае этих разных людей объединила исключительно фашистская угроза. Это очень важно, что пробудило их национальное чувство. Что или кто? Гитлер, ненавидевший евреев. А человек так уж устроен, что ему хочется надеяться на лучшее. И, может быть, уже тогда на митинге в парке культуры, где собравшиеся с гордостью говорили на весь мир, что они евреи, может быть, уже тогда у многих появилась надежда, что в будущем, в своей собственной стране, у них не будет проблем с пятым пунктом. Весной 43-го года, в самый разгар войны, актер Соломон Михоэлс и поэт Ицек Фефер были приглашены для беседы к наркому иностранных дел Молотову. Точнее назвать было бы эту беседу иначе. Инструктаж. Типичный советский ритуал. Советские люди собрались за границу. Должны знать, что говорить, что делать, что можно, что нельзя. Тем более собрались не куда-нибудь, в Америку. Инструктаж проводил сам нарком. Потом благословлял Калинин. Это свидетельствовало о важности будущего вояжа. К этому времени Михоэлс был уже председателем созданного в СССР еврейского антифашистского комитета. Но актер был беспартийным. А потому к нему приставили еврея проверенного, истового коммуниста и лояльного сверх меры Фефера. Вместе они поедут в Америку для сбора средств в фонд помощи СССР. Деньги будут поступать в основном от богатых еврейских организаций. Но это была еще не вся программа. Важной задачей миссии Михоэлса была пропаганда. Нужно было заручиться поддержкой. Поддержкой Советского Союза в политических и общественных кругах Соединенных Штатов. Михоэлс показал себя блестящим дипломатом. Полгода ездил по Америке, собрал 45 миллионов долларов. Говорил искренне, умно. Произвел замечательное впечатление и развеял многие опасения американских политиков.
Вернулся в Москву Михоил с очень известным и популярным человеком, буквально совестью советского еврейства. Тоталитарный режим не любит таких героев. Говорят, что Михоил свернулся в другую страну. Я не могу согласиться с такой точкой зрения. Страна, точнее режим, был тот же. Но об одном событии, случившемся за время отсутствия Михоилса, нам было бы полезно вспомнить. Хотя это событие, на первый взгляд, не имеет прямого отношения к еврейскому вопросу. Но это только на первый взгляд. В ночь с 3 на 4 сентября все того же 43-го года Сталин принял в Кремле трех иерархов Русской Православной Церкви во главе с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Сергием. Излишне говорить, кто был инициатор этой встречи. Разумеется, сам Сталин. Поразительно. Трудно себе даже представить, какие изменения должны были произойти в психологии власти, в сознании, в идеологии, чтобы эта встреча стала возможной, чтобы она была нужной самому Сталину. Тому самому Сталину, который при Ленине, будучи секретарем ЦК и членом Политбюро, принимал участие в разгроме Русской Православной Церкви, в так называемом изъятии церковных ценностей и в репрессиях духовенства. Он тогда изо всех сил помогал Троцкому, который руководил этим делом. Но Сталин будет гнуть эту линию и без Троцкого. При Сталине правители были безбожные пятилетки. На Соловках сидели священники и епископы, их расстреливали, взрывались храмы, в том числе храм Христа Спасителя. И после всего этого Сталин, как ни в чем не бывало, радушно принимал митрополитов, одобрительно отзывался о патриотической работе церкви, спрашивал, какие есть нужды, просьбы, проблемы. Собор разрешил провести, избрать патриарха. Зачем ему это было нужно? Вопрос более чем уместный, ибо ни о каком раскаянии, даже о слабом сожалении не могло быть и речи. Власть не собиралась сворачивать с атеистического курса. Она будет держать церковь за горло до конца, до своего последнего часа. Зачем же тогда была нужна эта встреча, о которой уже на следующий день расскажут советские газеты? Все очень просто. Проблема власти. Ее прочности и силы. Сталин не хотел быть только пролетарским вождем, как Ленин. Он поставил перед собой цель стать национальным вождем, отцом Отечества, подчинить себе все общество, а не только партию. Он давно уже свернул с ленинского пути. Задолго до войны, с конца 20-х годов, он исподволь, шаг за шагом утверждал новую идеологию. Национал-большевизм – это его главное детище. Во время войны он окончательно поставит на ноги этого идеологического монстра. Он закрыл, разогнал и расстрелял Коминтерн, штаб мировой революции. Кстати, большинство его деятелей были евреями. К этому моменту вся страна посмотрела фильм «Александр Невский». Его герой, князь, бьет врагов не мировой революции, а врагов русского государства. А в начале 44-го года, вскоре после возвращения Михоилса из Америки и через несколько месяцев после встречи Сталина с митрополитами, вся страна запоет новый гимн. Гимн нерушимого союза, который навеки сплотила Великая Русь. Ключевым словом гимна станет слово «Отечество». Таким образом, национальный нигилизм ленинской эпохи был выброшен на свалку истории. На место нигилизма явился советский патриотизм.
а вместе с ним и его тень, его непременный спутник – антисемитизм. Это значит, что эйфория еврейского антифашистского комитета и надежды советских евреев были наивными заблуждениями. Советский сталинский антисемитизм был скрытым, тайным. Никаких внятных, открытых законов, постановлений не было. Хотя и так всем было все ясно. А в остальном стандартный набор ограничений, как во времена Российской империи. За исключением черты оседлости. Она была отменена еще временным правительством. А здесь ограничивался доступ евреев к высшему образованию, ограничивались некоторые виды деятельности, доступ к руководящим должностям, особенно партийным, и так далее, и так далее. Проводить жизнь подобного рода скрытую политику в советское время было удобно и просто. Существовала отлаженная Сталином номенклатурная система. В каждом учреждении свой партком, отдел кадров, а на вершине этой пирамиды управление кадров ЦК партии, 47 отделов. Вот на этой номенклатурной кухне и заваривалась антисемитская каша. Здесь имели дело не с живыми людьми, а с анкетами, с бумажками. Это удобно. Здесь все по пунктам. Первое – имя, фамилия и отчество. Второе – если изменяли имя, фамилию, отчество, укажите, когда и как. И потом по порядку пятое, пресловутый пятый пункт – национальность. Слово «еврей» в этом пункте равносильно проклятию. Это меняло судьбу человека не в лучшую сторону. Иногда это приговор. Номенклатурная система работала безотказно. Ей не нужны были никакие законы. Ее сотрудники знали, что делать. Проявлять национально-кадровую бдительность. Так это называлось на Старой площади. А вот у нас сегодня есть возможность одним глазком заглянуть в святая святых сталинской номенклатурной системы, ведомство товарища Маленкова. Многие документы секретные сегодня опубликованы. Они поражают номенклатурной мудростью. Вот справка, еще довоенная, с очень привлекательным названием «О засоренности аппарата Наркомздрава СССР». В справке перечислены лица, не заслуживающие политического доверия. Как вы понимаете, почти сплошь евреи. Чтобы не было никаких сомнений, против каждой фамилии указана национальность. И заметьте, причины непригодности, а точнее неугодности человека, не названы прямо. Речь идет как будто бы совсем о другой материи, о политическом доверии. Но ничего. Когда на ковер в ЦК вызовут секретаря парткома соответствующего учреждения, ему объяснят, что к чему. На словах, прямо и грубо. Мол, ты куда это смотришь? Ты это зачем создал у себя еврейскую партийную организацию? И пошло-поехало. Полным ходом развернулась номенклатурная перетрубация, чистка. Даже война не остановила эту плодотворную работу. В дни битвы под Сталинградом номенклатурная система решала вопрос чрезвычайной важности – о подборе и выдвижении кадров в искусстве. Так это называли ответственные товарищи. Тут работы был непочатый край. Потому что в Большом театре, в консерваториях, в филармониях засоренность кадров была ужасающей. Да вы посмотрите, что делается. Вот список. А в нем о еврейском засилье говорилось в связи с именами Ойстраха, Гиллельса, Флиера, Фихтенгольца, Гольденвейзера. Самым чудовищным, на мой взгляд, было то, что все эти
антисемитские кампании и чистки партия оправдывала заботой о русском народе, о государстве. Это была ложь, большая ложь и подмена, потому что смертельным ядом для русского народа был национал-большевизм. С помощью этой идеологии Сталин порабощал русскую душу. Он извращал в ней все самое ценное, что воспитывалось столетиями. А делал это руками деятелей культуры, как русского, так и еврейского происхождения. Жертвы сами плели себе веревки. А чтобы не допустить опамятования обманутого и замордованного народа, проклятого и убитого на Великой войне, вождь и учитель обратился к проверенному средству – антисемитизму. Это очень удобно, когда рядом, под боком, есть источник всех бед и несчастий – советский еврей. Мая 47 года Сталин вызвал к себе в Кремль советских литературных генералов Фадеева, Симонова и Горбатова. Учитывая нравы хозяина, встреча произошла довольно рано, в 6 часов вечера. Сталин принимал писателей не один. Рядом с ним сидели Молотов и Жданов. Присутствие последнего, главного партийного идеолога, секретаря ЦК Жданова, следует отметить особо. Послевоенное закручивание идеологических гаек – это во многом его рук дело. Одним словом, писатели понимали, что разговор предстоит серьезный, крупный. Однако Сталин, как всегда, начал с пустяков. Вождь проявлял заботу, интересовался о писательских гонорарах, о штатах Писательского союза, а затем задал главный вопрос. А какие темы сейчас разрабатывают писатели? Отвечать полагалось Фадееву, генеральному секретарю Писательского союза. Обычно он безошибочно улавливал желание хозяина, но на этот раз его подвела интуиция. Фадеев отвечал, что писатели пишут о войне, это главная тема. О производстве пишут, о промышленности. Нет, это было не то, что нужно. Это чувствовалось. Наступило молчание. А потом Сталин сам скажет, чем должны заниматься писатели, по его мнению. Темой советского патриотизма. В эту точку нужно долбить много лет. Лет 10 надо вдалбливать эту тему. И он тут же дал понять, кому ее надо вдалбливать. Интеллигенции, профессорам, врачам. Любопытно, случайно или нет, но врачей он отметил тогда отдельно. Я, конечно, могу ошибаться, но, судя по всему, слово «еврей» не было произнесено тогда в сталинском кабинете. Но это совершенно не важно. Собравшиеся здесь люди хорошо понимали друг друга. Приглашенные писатели были готовы выполнить любой заказ хозяина. Иначе бы их не пригласили. Иначе бы пригласили других. Сталин начинал новую идеологическую кампанию, крупнейшую в истории национал-большевизма. Что из себя представляет эта идеология, мы уже немного знаем. И каким образом решался при этом еврейский вопрос, нам тоже известно. Только не нужно путать причину и следствие. Новая идеологическая кампания по борьбе с безродным космополитизмом разворачивалась не против евреев. Это была борьба с либеральными западническими настроениями части интеллигенции. Однако самой логикой этой борьбы евреям заранее отводилась роль главной жертвы.
врач-терапевт, профессор Яков Эттингер, нисколько не удивился, когда к нему в квартиру пришли неизвестные люди в штатском. Он давно уже ожидал ареста. По крайней мере, с того самого момента, как месяц назад, в октябре 50-го года, забрали на Лубянку его приемного сына. Потом забрали жену. Близких ему людей требовали показаний против него, известного врача, которого когда-то приглашали для консультаций в кремлевскую больницу. Вот так началось знаменитое дело врачей. Последняя крупная репрессивная акция сталинской эпохи. К тому времени под шумную кампанию борьбы с безродным космополитизмом власть ликвидировала последние очаги еврейской культуры. Началось уничтожение известных еврейских деятелей. В январе 48 года по приказу Сталина в Минске сотрудники органов убили Соломона Михоэлса, председателя Еврейского антифашистского комитета. После конца войны этот комитет был больше не нужен власти. И в том же 48 году его закрыли, а точнее разгромили, пересажав большинство его активных членов. Затем органы приступили к фабрикации дела Еврейского антифашистского комитета. Следователи плотно работали с арестованными. И дальнейшие события развивались по принципу домино. Арестованный секретарь комитета Фефер, тот самый, который ездил с Михоэлсом в Америку, оговорил профессора Эттингера. И профессор в одночасье превратился в предводителя еврейских буржуазных националистов, окопавшихся в советской медицине. Чтобы выяснить имена всех окопавшихся, органы установили на квартире Эттингера подслушивающие устройства. Таким образом узнали о советской жизни много интересного. Обо всем доложили Сталину, и машина завертелась. Дело будет разрастаться, как снежный ком, вплоть до обвинения врачей во вредительском лечении высшего руководства страны. Сегодня это очень известная история. Со времен перестройки о ней много писали, к ней обращалось телевидение. Повторяться нет смысла. Гораздо важнее, на мой взгляд, напомнить о другом. Сталин не унес с собой в могилу созданную им идеологию национал-большевизма. В смягченном, припудренном виде эта идеология дожила до Горбачева. А он не сумел и не успел правильно демонтировать ее. XX век обошелся России дорого. Последствия саморазрушения далеко еще не изжиты. Новую Россию мы стали строить страшно ослабленные. Прежде всего, конечно, духовно, нравственно. А потому сразу же полезли наружу все наши застарелые болезни и фобии. И антисемитизм тут как тут. Проявляется он по-разному. Существуют агрессивные, уголовно наказуемые формы антисемитизма. Но разговаривать об этом нечего. Тут нужно власть употребить. Обсуждать желательно идеи, здравые позиции по еврейскому вопросу. А для начала нужно просто признать сам факт существования этого вопроса. Бессмысленно делать вид, что его не существует. Тем более появился этот вопрос не сегодня и не вчера. Россия несколько столетий пыталась решить еврейский вопрос. Накоплен колоссальный исторический опыт. Помня об этом, можно строить нормальные русско-еврейские отношения. Можно и нужно общаться. Желательно без иллюзий. В конце концов, общение – это не только радость. Это и труд, испытание. Ну и вся жизнь – это тоже испытание. А еврейский вопрос был и будет частью нашей русской жизни. –